Несколько дней подряд по вечерам улица Советская в Тамбове погружалась в темноту. Энергетики отключали свет за долги. Такой подход в администрации города считают недопустимым. Электричества не было в течение двух дней. Из-за этого пострадали в первую очередь школьники, которые возвращались домой после второй смены. Неуютно на дорогах чувствовали себя и автомобилисты. Отключение света произошло из-за задолженности города перед Тамбовской областной сбытовой компанией. Долги только за октябрь составили 6 миллионов рублей. Глава Тамбова Сергей Чеботарев заявил, что внезапное отключение электроэнергии недопустимо. Эти вопросы должны решаться на правовом уровне. Я прошу прокуратуру дать соответствующую оценку, все документы будут направлены этим действием. Это первое. Второе, сегодня хотел бы, но учитывая все, что я сказал выше, все-таки призвать всех к здравому смыслу. Кроме того, что мы представители каких-то больших бизнес-корпораций и стоим на страже действительно интересов собственников и так далее, все мы являемся еще и горожанами. И не учитывать проблемы города, не чувствовать проблем города мы не можем. Глава города также подчеркнул, что администрация не отказывается от уплаты долга и готова вести переговоры для поиска выхода из сложившейся ситуации. По словам Сергея Чеботарева, долг будет оплачен в январе. Поставщики пообещали свет больше не отключать.